Всем привет! В этом видео я хочу показать вам новый дизайн для ногтей, который я сделала. Я использовала розовый матовый лак от Catrice, бледно-зеленый обычный блестящий лак, и черный дизайнерский, конечно же, и пару инструментов, которые помогли мне сделать такие маленькие и ровные точечки и полоски. Первым делом я нанесла розовый лак, причем в два слоя, потому что одного слоя было недостаточно, через него просвечивался локоть, и это мне показалось некрасиво для моего дизайна. Если у вас нет таких инструментов, вы можете использовать обычную иголку или зубочистку. Дизайнерский лак тоже всем советую, его удобно выдавливать маленькими точками, и тогда не нужно специально каждый раз выливать и макать туда иголку, таким образом вы расходуете намного меньше и делаете рисунок намного точнее. Я надеюсь, что урок вам понравился, я надеюсь, что он вам пригодится. Не забывайте оставлять ваши комментарии, ставьте мне большой палец вверх и смотрите меня почаще. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!